Котятки мои, всем доброе утро и добро пожаловать в новый влог, кто впервые на моем канале, меня зовут Елена. С утра решила побаловать себя с лойками, с творогом и с персиком. Почему себя? Потому что сын у меня сейчас на даче, они с сестрой уехали. Ну, как вы видели по посту, дачу нашу обворовали, вынесли все, что не успели вынести в первый раз. Что-то мы уже докупали, привезли туда, сейчас вынесли все. Выломали двери, сломали замки, вызвали полицию. В общем, все идет по кругу своя. Найдут, значит, найдут. Ладно, не будем о плохом, будем готовить слойки. Слойки из бездрожжевого теста. Вот таких два пласта, здесь вес 400 граммов, и покупала я его в магазине за 49 рублей по акции. В общем, это было самое дешевое бездрожжевое тесто. Так, ну что, пока у меня тесто размораживается, я приготовлю начинку. Получилось. Первый пласт я разрезала на 4 части, а второй пласт вот маленько неровно раскатала, но я его раскатала потоньше и разрезала на 6 частей. Должно получиться 10 слоек. Духовка разогрелась, отправляю минут на 15-20 и покажу уже, что же, какая вкуснятинка у меня получилась. Ребят, слойки получились очень вкусными. С удовольствием так поела. Сын приедет только завтра. Ну, оставлю ему парочку, а остальное, чувствую, съем сама. Так, у меня за окном прям такое солнышко. Тепло так на улице, хорошо. Жалко, конечно, что заканчивается лето, но ничего с этим не сделаешь. Что, я собралась, оделась. Свое любимое платьишко надела. Это я покупала на AliExpress. Знаете, такое, девчонки, оно прям вот даже в самую жару, в нем не потеешь, оно к тебе не прилипает, ну просто супер платье. В общем, сильно оно мне нравится. Прикупила бы себе еще таких в разных цветах, но в последнее время я как-то на AliExpress давно ничего не заказывала. Я накрасилась, наделась, собираюсь в Магнит Косметик. Полгода я уже там не была, все как-то по другим магазинам хожу, но сейчас думаю, чего я буду сидеть дома, надо съездить, посмотреть. Тем более, я тут хватилась, а у меня, знаете, дома просто нет ни одного шампуня. Если у сына там еще штуки 3 бутылочки этих стоят, то у меня просто нет ни одного. И плюс ко всему, у меня сейчас 5 тушей, которые все закончились. Вот я такой человек, купила одну тушь, вторую, и мне сразу нужно все открыть, попробовать. Ну и в конечном итоге все закончилось. Вот сейчас еле-еле накрасила ресницы. Смотрю постоянно обзоры этого магнита, столько там всего интересного, поэтому думаю, не буду я сидеть дома, на улице тепло, хорошо. Убираться сегодня я точно не хочу, вот просто не хочу я уже убираться. Поэтому, кому интересно, давайте я приглашаю вас вместе со мной прогуляться по магазину Магнит Косметик. И себе что-то куплю, и вам покажу. Приехала я уже в Магнит. Я смотрю, у них здесь косметика есть Wet in Wild. Я ни разу этой косметикой не пользовалась. Вот все очень хвалят у них вот эти хайлайтеры. Хочу сделать сводч. Ой, какие они мягенькие. И очень блестящие. Они сейчас по желтому ценнику 384 рубля. Есть еще хайлайтеры по 649. Это, наверное, вот такие.
тоже посмотрю тестеры. Все такое блестящее. Прям сама мягкость. Слушайте, девчонки. Сейчас сводчи сделаю, покажу. Посмотрите, какие они прям, знаете, как кремовые. Очень мягкие, шелковистые. И есть еще бронзер. Мерцающий есть и такой матовый. Вот так выглядит бронзер. По 469 есть тональная основа с матовым финишем и контролируемая интенсивность нанесения. Сейчас тоже посмотрю по тестерам, что она из себя представляет. Вот так, девчонки, выглядит сама упаковочка. Это стекло, здесь объем 30 миллилитров. И вот я сделала три сводча. Тональная основа жидкая. И вот знаете, в самих тестерах пахнет чем-то затхлым. Не знаю, может, тестеры пропали. Но вообще она жидкая такая. Кроющеспособность, наверное, у нее будет небольшая. В этом Магнит Косметик есть и буржуа. Давайте посмотрим, что интересного. Туши. Так, вот такой тональный есть. Что это за тональный у нас? Always Fabula. Я таким тональным и не пользовалась. И не знаю, стоит он 799 рублей. Разные помадки есть. Они по 699. Сейчас сделаю сводч какой-нибудь помадки. Это вообще, как она называется? Руж Вельвет. Это сводч тона номер 18. Сама помада выглядит вот так. Помада кремовая и такая, знаете, прям сатиновая. Есть еще вот такая помада. Руж Фабула. Как-то так она называется. Сейчас тоже сделаю вам сводч. Вот такие оттеночки здесь есть. Единственное, не могу понять, по какой она цене. Есть 699, но это вельвет написано. И 489. Вот так выглядит оттенок 04. И вот так вот он смотрится в самой помаде. Маленько неправильно как-то передается оттенок. В помаде он смотрится более розовым, а на сводче он такой более коричневатый. Но тоже помада как сатиновая. Очень мягко наносится. Но вот эта вот верхняя вельвет мне понравилась больше. Тональные основы Healthy Mix. Они по 699 и какие-то оттенки по 494 и 489. Мне вообще нравится эта тональная основа, но единственная, она почти во всех оттенках желтит. Вот сейчас посмотрю, 52-й ваниль или, по-моему, 50-й. Если есть, то сделаю сводч, покажу. Показываю три сводча. Самый первый – это 51-й оттенок, 52-й ваниль. Вот это вот светлая ваниль, это просто ваниль и это 55-й. Ну вот 51-й мне прям, наверное, подойдет. Я в этом году вообще не загорела. Наверное, я его и возьму. Подошла к стенду Эвелин. Ищу их тушь, которую все очень хвалят. Сейчас покажу, какая. Вот такая вот серия Варьете. Но отдельно этой туши нет. Она есть только в наборах. И набор этот стоит 449 рублей. Там идет карандаш и корректор для бровей. Мне хотелось бы просто тушь. Но я обзорно покажу, какие есть палеточки. Sunrise по 349. И вот разные туши. 299, 349. Но никакую из этих я не хочу. Я хочу именно ту из новой серии. Так, что у нас тут еще есть? Карандашики. Вот эти палеточки по 649. Помню, они на скидках были вообще, наверное, рублей по 200. Так, это у нас матовая губная помада по 379. Есть по 269. И блески по 199. По 434 рубля. Сейчас на скидках жидкая тональная основа. Капельная, которую многие хвалят, но я до сих пор так ее еще и не попробовала.
В этом магните еще есть стенд с косметикой Golden Rose. Помните такую? Кстати, косметика хорошая. У меня есть такие вот карандаши для губ. Очень они классные. Смотрю, линейка прям у них такая большая, расширенная. И стоят они по 139, по 129. Так, дальше карандашики для бровей есть. Карандашики для глаз. Есть металлики вот такие. Туши. Тушью я тоже никакой Golden Rose не пользовалась. Туши 149, 159, 249. И есть вот такие вот еще блески по 279 и по 249. Поближе покажу блеск для губ. Color Sensation. У меня 102 оттенок. Вот знаете, прям такой доохромный розовый с желтым отливом. И вот я свой же сделала. Очень красивый. Но мне кажется, он какой-то липковатый. Сделала сводчик карандашей Golden Rose 501, 510 и 503. Карандаши очень мягкие, девчонки, стоят всего 99 рублей. Так вот они выглядят. Карандаши нужно будет затачивать. Они не самозатачивающиеся, но очень мягкие, цена вполне адекватная, 99 рублей. Так, теперь мне нужно выбрать шампунь. Вот знаете что? Я никогда не брала шампунь Алерана. А здесь они сейчас по акции по 259 рублей. Сейчас достану, покажу. Формула максимального объема. Экстра забота. Объем стимулирования роста волос. Так вот выглядит. Так, есть еще. Покажу сейчас. Шелковистость и блеск. Также стимулирование роста волос. Есть глубокого очищения. Ну, и мне такой не нужен при моих волосах. И есть еще формула кератинового восстановления. Увлажнение и гладкость. Так, нужно что-то выбрать. Попробовать. Что-то новенькое для себя. Объем здесь 260 миллилитров. Представлена здесь еще и косметика фирмы Olin. Я раньше пользовалась, у меня были маски от Olin. Очень хорошая косметика для волос, мне вообще нравится. У них еще есть разные ампулы. Так, а здесь у нас маски, кондиционеры. Цены вот такие. По акции, что у нас по акции? Так, что-то с кератином связано. Кератиновый комплекс, это обогащающий бальзам с кератином. И стоит он 335 рублей. Корейские шампуни есть по 949 рублей. Здесь целый литр. Что это за фирма у нас? Я даже не знаю. Так, это бальзам и шампунь с восточными травами. Вот от Olin еще есть бальзам для волос с кератином. Ценников много, все сразу не поймешь, что сколько стоит. Уход для волос от Ося. Кстати, недавно я прикупила себе вот такой экспресс-кондиционер Miracle 3 минуты. И он мне совершенно не понравился. Написано реконструктор волос, но мне он не подошел. Так, покажу по ценам. Такие вот цены. Шампуньки. Так, несмываемый спрей термозащита. Спасите мои длинные волосы. Бальзам-ополаскиватель по 249. Еще меня заинтересовал вот такой шампунь. Фирма, не буду коверкать, Urban Vegan. Стоит по 279, 319 рублей. Спросила у девчонок, они говорят, он только пришел, мы еще не знаем, что про него сказать. Ну и на самом верху у нас Estelle. Бальзамы, шампуни, маски и цены. Очень много скидок на стайлинг для волос. Посмотрела Тафт. Сейчас весь по желтым ценникам прям идет. Такие вот цены. По 179, по 169, 249 лаки для волос. Вообще мне нравится Тафт вот такой вот зеленый. Маленько в другом цвете он был. Вот в таком цвете. Но это спрей-пудра для укладки.
И очень классные лаки у Вэлла. Они тоже сейчас по скидке по 167 рублей. Спреи разные есть. Такие. 234-167. Так, у меня как раз лак для волос кончился. Можно будет себе что-то выбрать. Я уже дома. Знаете, наверное, часа два я ходила по этому Магнит Косметик. Вот понимаю, что хочу, но то, чего хочу, не было. Ну, поэтому брала, что было. Я хотела тушь. Эвелин, которая варит из новой серии, она была в наборах. И я купила себе другую тушь. Хотя выбирала из Golden Rose, но в конечном итоге я купила себе вот эту классическую тушь от Maybelline. Она была по акции 214 рублей. Здесь щеточка из фибры. Она такая изогнутая. Так, сейчас покажу. Вот так вот выглядит щеточка. Насколько я помню, раньше мне эта тушь нравилась. Я покупала ее постоянно. Но вот в последнее время я пользуюсь щеточками, которые именно силиконовые. В общем, 214 рублей стоит эта тушь. Так, следующее, что я купила, это прозрачный гель для бровей от Stellery. Очень много хвалебных отзывов на него. Я брала, но который окрашивает брови. Мне он тоже нравился. Надеюсь, этот мне понравится. Сейчас скажу вам цену на него. Не помню все цены. Плюс я воспользовалась бонусами. И гель для бровей мне обошелся в 210 рублей. Дальше, для кошки я купила корм. Она у меня весь день ходит, плачет, что она хочет есть. И самое интересное, я купила для стерилизованных кошек один. Хотя у нас скоро не стерилизовано. Ну да ладно, он был по 19 рублей. И еще взяла вот такую вот большую пачку по 179. Здесь, по-моему, 750 грамм. Но, по крайней мере, там, где я смотрела, вот в фикс-прайсе и в других магазинах, вот сейчас это самая выгодная цена на этот корм. Следующее, что я себе купила, это лак для волос от Вэлла. Вообще у них очень классные лаки. У меня здесь пятерочка, суперсильная фиксация для естественного блеска 24 часа. Вообще последние два года я пользуюсь лаками от Капус, но я их заказываю. Здесь мне понадобился лак уже срочно. От Капус у меня закончился, поэтому думаю, не буду заказывать. Куплю по акции, там по желтому, по-моему, ценнику. И лак этот стоил 159 рублей. Так, ну и последнее, что я покажу. Ребят, я в шоке, конечно. Вообще-то я ехала за шампунем, но купила я бальзам. Ходить 2 часа по Магнит Косметик и в конечном итоге выбрать себе бальзам. Ну, я, конечно, если честно, в шоке. Ну что, придется мне еще раз сходить в какой-нибудь магазин и купить себе шампунь. Ладненько. Это бальзам от Алирана. Формула кератинового восстановления. Увлажнение здесь. Так, настраивайся. И гладкость, стимулирование роста. Давайте посмотрим, что хоть обещают. Эффективная формула создана на базе актуальных разработок на стыке фармацевтики и косметологии. Здесь у нас есть какой-то аминокомплекс. Восстанавливает глубокие повреждения волос день за днем. Вот как раз мое милирование будем восстанавливать. Разглаживает текстуру. Да что ж ты делаешь? Давай фокусируйся. И придает интенсивность блеску. Ну прям посмотрите. Так, еще Repair протеин. Восстанавливает глубокие микроповреждения. Укрепляет волосы по всей длине. И какой-то Анна Джейн богатый. Никак не хочет. Богатый фитонутриентами компонент, который укрепляет волосяные луковицы, активизирует рост волос и способствует повышению их густоты. Так, объем здесь 260 мл. Это тоже было по акции. И цена получилась 245 рублей. Ну что, буду пользоваться таким бальзамом. Потом тоже вам расскажу, что и как. А мне придется еще идти за шампунем. Все, мои хорошие, на сегодня я уже буду влог заканчивать. Желаю всем добра и позитива. Всех обняла, ваша Лена. Пока-пока.